Basol, take one. Здравствуйте. Очередной репортаж из Канады для канала Михаила Алискерова. Я снимаю этот репортаж из Sunny Brooklyn Hospital, который находится в Мидтауне Торонто. Вот приехали сдать тест на анализ COVID добровольно. Вот такой госпиталь. Это только одна часть этого госпиталя, очень большой. И вот такая прекрасная природа. Вот живописное место с детской площадкой, практически пустой паркинг. Я так понимаю, сегодня суббота. Вот такое. Очередь. Люди стоят, чтобы сдать ковид. Вот такая природа. Фильтрующийся вирус ящера особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и излишествами нехорошими. Да.